Всем привет, друзьятки, с вами снова канал Тимуру Майнкрафт. И это четвертая серия дежурного по железнодорожному переезду в игре Майнкрафт. Друзья, меня опять перевели на новое место. Ладно, берем все необходимое: телефончик, рацию, флаги, ключик, кондукторский свисток, сели ночного зрения, мало ли будет ночная смена, и светоотражающий жилет. Одеваемся. Все, я оделся, я готов к работе. Так, жалюзи открыть. Вот тут компьютер, системный блок, который включается, выключается. Лучше оставлю включенным лампочки. Да, вот оно, это новое место. Вот, смотрите, закрыт переезд на пересменку. Даже елочку тут поставили для красоты. Вон там еще платформу построили. Стоп, а ты что там такой за куб? Что это за куб? Надо посмотреть. А, это у нас касса билетов. И тут стоит житель. Но, друзья, нам тут, к сожалению, еще не добавили сигнализацию. Вот тут у меня есть вот такая вот лесенка. Дверь у меня почему-то открыта. Друзья, я играю на версии Майнкрафта 1.12.2. И вы, наверное, спросите, откуда у меня в версии Майнкрафта 1.12.2 люк из акации? Версия 1.12.2 только дубовый люк. Откуда у тебя акациевый люк? Да потому что у меня установлен мод Malicious Doors. Видите, у меня тут двери с анимацией. Ладно, открываем дверку. Двери ставлю открытой, чтобы проветривалось. Кстати, у меня тут открываются окошки. Кстати, это окошко открывается вот так вот, вверх-вниз. Вот окошко откроем. И это окошко тоже открывается вверх-вниз. Тут дверь не забыли поставить. Смотрите, у меня тут есть вот такая веранда, чтобы я желтый флаг показывал. И мне тут положили расписание. А также мне тут поставили бутылку кока-колы. Кстати, стул опять деревянный. Расписание у нас до сих пор в бумажках. В книжках расписание нам до сих пор почему-то не делают. Ладно, так, смотрим расписание. Да, расписание поездов на сегодня. Так, первый пойдет товарный. Пойдет он примерно через 2 часа. И я пока там могу миллион видео на ютубе посмотреть. Кстати, я себе новый телефон купил. Так, сейчас по расписанию должен пойти товарный поезд. Хорошо, что переезд закрыт. И выходим встречать его с желтым флагом. Вон, смотрите, 2М62. Цистерны тянет. Да, все, переезд закрыт. Отлично. Так, двойная Машка, желтый флаг тебе, можешь смело проезжать. Ух ты, гудит мне на это. Спасибо, по-моему, говорит. Так, все, машинист, надеюсь, увидел. И вот, смотрите, она тянет цистерны. Так, цистерна в окраске РЖД. Три таких цистерн. Какой-то нефтетранссервис непонятный. Это старая цистерна 95-го года. И цистерна в окраске Транссойл. И сзади еще вот такой вот хоппер. Я думала, она только цистерной тянет. Так, все, можно уже открывать. Переезд. Показали ей желтый флажок. Так, что у нас там по следующему поезду? Следующий поезд у нас пассажирский. Так, глянем расписание. Да, все, сейчас должен пойти пассажирский поезд. Все, закрываем переезд. Выходит встречать его желтым флагом.
О, смотрите, это 2 из 5 у нас. Ну, вообще-то такого не бывает, что 2 из 5 будет пассажирский. Вообще-то 2 из 5 это грузовой электровоз. Давай показываем тебе желтый флажок. Маша. О, гудит, гудит, гудит. Вот такой вот 2 из 5. Стоп, это что там? Это поезд из Латвии! Так, камера, 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 так, начать запись! Офигеть! Поезд из Латвии в нашей деревне! Офигеть просто! Элзы, латышская железная дорога! Нет, это то, что залетит на 1 000 000 просмотров. Смотри, вон даже флаг Латвии нарисован. Что ж, последний вагончик. Кстати, давайте затроллим жителей, откроем раньше переезд. Так, все, остановить запись. Паровозик полностью проехал. Так, что у нас там по следующему поезду? Следующий поезд у нас пойдет рельс-укладчик. Да, сейчас должен пойти рельс-укладчик. Закрываем переезд и выходим встречать его с желтым флагом. Смотрите, это у нас 2ТС-116. Кстати, тепловозная тяга у нас до сих пор сохранилась. 2ТС-116 в окраске РЖД. Так, это 1576. Легендарный. Ух ты, гудит. Так, все, желтый флаг уже можно убирать. Так, смотрите, кран, вагончик сопровождения и вагон с рельсами. Все, больше ничего. Все, рельсоукладчик уезжает. Так, следующий поезд у нас пойдет только через 1 час. Так, сейчас по расписанию должен пойти поезд. Закрываем переезд и готовим желтый флаг. Что-то поезда пока не видно. Вот только сказал, что поезда не видно, и вон он на тебе сразу поезд. Вон, смотрите, под ТГМ-4 поезд. Смотри, ТГМ-4 2508. Давай. О, гудит! Так, все, желтый флаг уже можно убирать. Смотрите, крытый вагон, платформа. Стоп, это что такое? Это ЁЖ-3! ЁЖ-3! Камера, камера, начать запись! Офигеть! ЁЖ-3 перегоняют! ЁЖ-3 по ЖД куда-то перегоняют. Интересно. ЁЖ-3! Самый настоящий ЁЖ-3! И вот сзади еще цистерна в окраске Трансойл. Так, все, остановить запись. Открываем переезд. Так, последний поезд на мою смену будет один локомотивчик. Так, сейчас по расписанию должен пойти последний поезд на мою смену. Закрываем переезд и готовим желтый флаг. Смотрите, это ВЛ-ка какая-то. Это ВЛ-10 или что? А, это ВЛ-15. Это 15-я ВЛ-ка. Да, смотрите, ВЛ-15. 0-28. Вон он, Ленин едет. 15-й. Давай, желтый флаг тебе. Я бы хотела его сейчас затроллить и показать красный флаг, но думаю, не стоит. А то машинист заругается на меня. Так, что-то 15-я ВЛ-ка у нас не гудит. И вообще, посмотрите, как она медленно плетется. Вообще, один пантограф поднят, вообще. Поднят только один пантограф. Если бы было поднято 2 пантографа, то этот локомотивчик ехал бы быстрее. Да, вон, ВЛ-15, 0-28. Ай.
Мне тут даже навес построили, чтобы я от дождя укрывался. Так, смотрим расписание. Да, все, поездов больше нету. Значит, на этом моя смена заканчивается. Закрываем окошки. Все. Закрываем переезд на пересменку. Закрываем дверь на ключик. Ну что ж, всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Тимур Майнкрафт. И жмите на колокол, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новых выпусков.